Мексике я был уже, я счет потерял, сколько раз. Но так как я в этом году решил немножко изменить стиль своих путешествий, не просто путешествовать по странам, а цеплять какие-то большие события, карнавалы, фестивали и так далее. И как раз в эти дни в Мексике проходил фестиваль электронной музыки «Изамна». Я решил, что мы поедем очередной раз в Мексику. Прилетели, взяли заранее арендованную машину, купили кофе по 7 баксов и отправились в путь. Как потом оказалось, здесь цены берутся с потолка, а иногда из космоса. Кофе по всей Мексике меньше, чем 5-6 баксов вы не найдете. Хотя даже на Марсе американо стоит 2,5 доллара. Здесь такие безумные несусветные цены. Например, за один день я потратил на паркинг больше, чем за всю остальную жизнь. Можете себе представить? Здесь паркинги настолько дорогие, что недорогая парковка отмечена на Google картах как достопримечательность. Наряду с пирамидами и прочим. Люди даже отзывы пишут. В одном месте я видел, как пачку какао 250 грамм продают за шок цена 80 долларов. Можете себе представить? Почти по цене кокаина. Кран, с которого течет шоколад. Вот так выглядят какао-плоды. Вот так выглядят семена какао. И вот так уже шоколад получается. Помню, ребенок там требовал купить ему какие-то сувениры. Берешь черепашку такую маленькую, там, из какого-то говна, из глины. Я говорю, сколько стоит? Ну, типа, 35 долларов. Я выбираю еще меньше черепашку. Такую же, но поменьше. Я говорю, а это сколько стоит? 20. Я говорю, есть у вас что-нибудь за 5 долларов? Он выбирает черепашку размером с ноготь. Микроскопическую, уже под лупой надо смотреть. И то стоит 10 баксов. Ну, просто охренеть, какие у них аппетиты. Люди маленькие, аппетиты большие. Ну, как и машины, собственно. Они выбирают машины себе по принципу, чтобы колеса были больше, чем они сами. Едет машина, огромный монстр-трак. Ты думаешь, блин, без водителя, что ли? А там такая маленькая голова, еле-еле глаза торчат над рулем. Это мексиканка едет с оравой детей. Мексиканцы вообще уникальные люди. Здесь вот в Америке кому хуже всего относятся к мексиканцам? Кому достаются самые худшие работы, тяжелые, мексиканцам? Кому платят самую низкую зарплату в Америке? Мексиканцам. И при этом кто самые веселые, радостные люди? Мексиканцы. Вы видели, как мексиканцы ходят, например, на пляж? Меньше чем 10-15 голов, это не считая детей, они туда не ходят. Холодильники, пиво, палатки, музыка. Они весь день там проводят. Это просто люди не унывают никогда. Этот феномен, как мексиканцы ходят на пляж, видно даже из космоса. Космонавты смотрят в иллюминатор, там вот видят Гранд Каньон, там, я не знаю, пирамиды Египта, и вот мексиканцы идут на пляж. Мексиканцы трахаются с соседями. Не в узком смысле этого слова. Они просто в курсе всего, каждого, любого соседа в данном доме или в комьюнити. Они в курсе друг друга, знают, что у кого, какие новости. Они вместе отмечают праздники, вместе ходят на пляж. Очень социальные люди. Весь город друг друга знает. Здесь я вот в Америке живу, 3 года я хожу и просто со своими соседями. Hello, hello. How are you? I am fine. How are you? Вот такая вот дебильная перекличка, что ли, не знаю, просто дежурными фразами обмениваемся, пластиковые улыбки, и все. Я знаю только ближайшую дверь поименно соседей, а следующую дверь я уже не знаю. Вот в чем смысл? В этом плане мексиканцы гораздо-гораздо социальнее. Я уверен, что от этого жизнь веселее. Вот на Кубе я когда был, я жил у кубинца, и одна его соседка стирала мои шмотки, а другая соседка мне носила кофе по утрам в постель. Потому что у него кофе закончилось, и соседка выручала. Вот это я понимаю, социальная жизнь. Вот такие должны быть соседи, а не вот эти пустые фразы «how are you?». Как будто ему интересно, как мои дела, если даже моего имени не знает. В общем, взяли машину, поехали в сторону Чечевицы, хотя я там уже был. Но самое было пекло, в этот день 40 градусов, куча туристов, в общем, безумие какое-то было. И там были и мексиканцы, которые разукрасились, ну, оделись в индейские перья там и прочее, разукрасили лица. Мне очень хотелось их снять,
Но нужно было им какие-то деньги заплатить. Вот. А так как я с собой ношу фейковые доллары на случай ограбления, после фотосессии перепутал и кинул им туда фейковые 5 баксов. Я представляю их лица, когда они это обнаружили. Вот. И еще случился такой момент. Мы выехали из Чеченицы, там где-то 500 метров. Ну, там, вы знаете, нигде дрон нельзя. То есть в Мексике, чтобы на дроне летать, нужно иметь разрешение, которого у меня, естественно, нету. Но помимо этого, ты не имеешь права над археологическими какими-то шедеврами летать, типа Чеченицы. Нарисован дрон, Красный Крест. То есть если здесь поймают, тут просто обычной конфискации не обойдется. Там и штрафы, и вплоть до тюрьмы может дело дойти. Так вот, что я делаю? Я отъезжаю на какое-то расстояние и оттуда долетаю на дроне. И мы стали на трассе на аварийках. Я полетел в сторону Чеченицы. И тут полиция подъезжает, с мигалками останавливается. Я думаю, ну писец. Бросаю джойстик сразу под сиденье. Они такие подходят. Ну что, типа, сеньор, что у тебя тут за проблема? Я говорю, укачала ребенка, постоим, чтобы немножко пришел в себя. И, слава богу, они не заметили джойстик. Говорит, ну, помощь нужна? Я говорю, нет, не нужно, минут 15 постоим и поедем. Он говорит, окей. Фу, пронесло. В общем, повезло в этот раз. Чеченица, да, шедевр неоспоримый, но на самом деле здесь, в Юкатане, ну, по всей Мексике, в одном только Юкатане сотни таких не хуже пирамид, которые стоит посмотреть. Мы уже их посмотрели с десяток, поэтому не знаю, чем Чеченица так сильно привлекает туристов, все остальные не хуже. Здесь, в Мексике, такая особенность, везде лежачие полицейские, и далеко не всегда есть знак предупреждающий, ты едешь с какой-то скоростью. И внезапно, бабах, твою мать, налетел на лежачего полицейского, зубы себе выбил, не знаю, пол машины оставил на асфальте. В общем, тут надо осторожно ездить. Заходим в магазин с Кока-Колой. Видите, как красиво они рисуют Кока-Колу настоящую. Buenos días. Aqua? De litro. Sí, fría, por favor. Вот так вот выглядит магазин в деревне. Наш путь лежал в сторону Мериды, потому что мой друг Ронни, француз, который здесь живет уже много лет, очень рекомендовал, сказал минимум 3 дня. Но пока мы ехали в Мериду, пока по трущобам доезжали до центра, я думаю, блин, ну не может же быть, что он рекомендовал мне тут 3 дня, тут даже полчаса делать нечего, тут просто какая-то жесть. Но когда мы доехали до центра, вся картина полностью изменилась. Реально красивый, прекрасный город, развитый центр, вообще замечательный. Туристов много, колониальная архитектура, которую я обожаю. Рестораны, недалеко, опять же, руины разные археологические, сеноты. В общем-то, было замечательно. Ходили в основном в местные юкатанские рестораны с региональной кухней. Хотя Оля меня пыталась все время вытащить с итальянской, еще какой-то дебильный европейский ресторан. Я говорю, ты что, вообще что ли? Мы приехали сюда, нужно местное пробовать. Надо сказать, очень вкусно, сытно. В хороших ресторанах тетки пекут вот эти лепешки из кукурузы прямо на месте. И они всегда приносят много аппетайзеров еще до основного блюда, которыми реально можно наесться. Один раз я неосторожно маленькую ложку сальсы положил в рот, у меня сразу потекли слезы, кровь начала пульсировать. Понадобилось полчаса, чтобы прийти в себя. В ресторанах мексиканцы занимают огромные столы, там по 20 человек, по 15 человек. Мексиканцы не ходят вдвоем в ресторан, как европейцы. Если парочка идет на свидание, они с собой берут всегда кузынов, дяди, тети, ихних детей, там родители, дедушки, бабушки, соседи. И получается свидание, но они вдвоем как бы общаются, а остальные наблюдают. Иной раз смотришь, в ресторане 20 человек, там половина уже заснули, но другая половина общается, они не уходят, стол все еще занят, и вот так они сидят весь вечер. Очень много зазывал, вот это напрягает реально. Местные очень настырные, напористые. Один раз, я помню, в Мехико-Сити, в столице, шел подняться на пирамиду солнца, а там просто огромная пирамида, поднимаешься час, там спускаешься, и там один чувак ко мне пристал, какую-то статуэтку мне пытался толкать. Я все отказывался. И представляете, он со мной поднялся аж до вершины и со мной спустился вниз, все это время мне предлагая свою статуэтку.
Такого настырного чувака я в жизни не видел. Но я понял, что если я у него не куплю, он со мной в Москву поедет. Пришлось купить. Я мексиканцев прозвал настырными тумбочками, потому что они квадратные, приплюснутые, широкоплечие. Но при этом, надо сказать, очень даже приятные люди, дружелюбные в основном. Но, как вы знаете, здесь самые отъявленные гангстеры, убийцы и банды, наркокартели находятся в Мексике. Здесь вот им убить человека раз плюнуть. Я даже комара убиваю с большей жалостью, чем эти наркокартели убивают людей. У них есть даже такая вакансия – сикариус. Сикариус – это убийцы, киллеры. Насколько я помню, минимум нужно 17 человек убить, чтобы называться сикариус. Так вот, у каждого уважающего себе наркокартеля есть минимум с десяток таких сикариус. И все их боятся. Недавно смотрел программу, как у чувака брали интервью у сикариус, и спрашивают, сколько ты человек убил. Он говорит, ну, я считал до 25, потом сбился с толку. Они говорят, ну, примерно. Он говорит, ну, 50-60. А этот репортер спрашивает, ну, детей там, женщин тоже убивал? Он говорит, да. Ну, говорит, ну, тебе не жалко, как бы детей и женщин убивать? Он говорит, ну, вроде как жалко, но пришел ордер. Заказ пришел, я должен выполнить. Если я не выполню, придет заказ на меня. То есть, он говорит, я даже не задумываюсь, я просто выполняю и все. Кстати, вы знаете, когда единственный раз, когда Америка полностью закрыла границу с Мексикой, был полный шатдаун, когда мексиканские наркокартели похитили DEA-агента, ну, американского агента, и его убили. После этого Америка полностью закрыла границу с Мексикой. В итоге этот наркокартель был полностью разрушен. Эта зараза распространена по всей Мексике. Наркокартели здесь всемогущие. В прямом смысле. Они могут сделать абсолютно все. Представьте, они не подкупают каких-то полицейских. Полицейские – это их охрана. Они подкупают мэров, губернаторов. Их невозможно посадить в тюрьму, вот как этого Эль Чапо уже, который раз он сбежал. Потому что если его посадили в тюрьму, ну, представьте, вот этот конвоир, да, он ему говорит, слушай, мы знаем твою семью, либо мы вырежем всю твою семью, либо ты возьмешь сейчас у меня 2 ляма и выпустишь меня с оружием. Ну, естественно, какой у него выбор у этого солдата? Он 2 миллиона по телевизору даже не видел, а тут ему предлагают. Иначе смерть. И он знает, что они выполнят. И, конечно, выпускают. То есть реально против них невозможно противостоять. Невозможно их истребить. Например, картель Синалоа насчитывает более 100 тысяч членов вооруженных. И эта цифра больше, чем полицейских в этом регионе. То есть вы понимаете, да, если произойдет между ними стычка, кто победит? Я не удивлюсь, если этот картель отправит спутник в космос или откроет свои посольства в других странах, потому что это государство в государстве. Это такая мексиканская тема, смотрите, какие скамейки. То есть 2 человека сидят лицом друг к другу. Не как у нас скамейки рядом, а вот именно лицом друг к другу. Настоящее путешествие, на мой взгляд, это когда ты не знаешь, где ты сегодня будешь ночевать. Но с семьей это невозможно. Жена по полдня тратила на поиски нужного отеля. Приезжаем на место, там какой-то шикарный отель. Я говорю, сколько стоило? Да, говорит, ерунда, там 100 с чем-то. А потом оказывается 180. Это скорее 200 без чего-то, а не 100 с чем-то. Здесь дороги узкие, хаотичные. Везде ямы. Опять же, лежачие полицейские. Мексика такая разбомбленная. Одноэтажная. Вот про Америку говорят одноэтажная, но это больше подходит Мексике. В целом плохая инфраструктура, потому что чаще приходится возвращаться в место, чтобы поехать в другое место. Хотя напрямую было бы гораздо короче. Достаточно много платных дорог, и они очень дорогие. В прошлую поездку я заплатил $75 за платную дорогу. Можете себе представить? Самолеты на это расстояние летают дешевле, чем просто за дорогу. Мексиканцы патриотичные, милые, упрямые люди. К иностранцам, особенно к американцам, относятся очень хорошо. Хотя, казалось бы, они должны американцев ненавидеть. Приехали на пирамиду Ушмаль. Я не знаю, сколько мы там парковок проехали, но там каждая следующая парковка, которая ближе, на 15 песо дороже. Ближе еще на 15. И так мы доехали до самой первой парковки, которая стоила дороже всех остальных. Замечательный комплекс, надо сказать, включенный ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО уже давно для меня не авторитет, потому что они включают в свой список всемирного наследия, что попало. Я считаю, что мои желтые штаны, которые я носил 2 года, тоже должны быть в списке ЮНЕСКО.
Я до сих пор не понимаю, как я мог 2 года носить их. Ушмаль ничем не уступает чеченице. Там же недалеко Синод заехали, покупались. Вообще офигенно. Вот эти синоты, эти подземные озера, чистая вода, глубокая, нереально просто. И тут, на удивление, просто сотни этих синотов. Я не понимаю, это была какая-то бомбардировка метеоритов, что ли. Вся земля в дырках. Ну, естественно, все платно, везде там стоят люди. Мало того, что они за синод чарджат, так они еще за паркинг чарджат, который рядом с синодом. Здесь вообще, если даже маленькая какая-то скульптура стоит, рядом обязательно стойка, и женщина продает билеты. И не просто там за, ну, типа, донейшн заплатил и зашел. Нет, прям конкретно билеты там 8 баксов, 6 баксов. Тем временем, мало-помалу, мы приехали в Тулум, о котором я был наслышан, что это мексиканский Бали. Я Бали обожаю, поэтому хотелось посмотреть, сравнить. Тулум на самом деле неплох, очень даже мне понравилось, но уступает Бали в первую очередь ценами, ну и красотами, потому что на Бали все-таки больше красоты гор, там вулканов, в Тулуме их нет. Ну и цены в Тулуме в разы дороже, чем на Бали. А это существенный минус. Первый же вечер оставили ребенка в номере спать и пошли на фестиваль Замна. Там была огромная огороженная территория, но было пусто почему-то. Мы приехали, заплатили за парковку $35, и там реально было человек 50. Я не знаю, как они это называют фестивалем, это просто обычная вечеринка, причем даже не переполненная. Но потом местные сказали, что в январе Замна больше народу, чем вот в это время, когда мы приехали. Но в целом было неплохо, я 2 дня подряд ездил туда, но людей потом стало больше. Вот. Но фестиваль, в моем понимании, это когда много вечеринок на одном пространстве, много там диджеев разных выступают и так далее. А тут просто скорее я бы назвал это ночной клуб на открытом воздухе. Так как видео с вечеринки Замна получили скучно, я решил немножко визуальных кадров добавить из вечеринки Miami Afterlife, чтобы как-то разнообразить видео. Тулум все равно зачет, мне понравилось. Океанская дорога, там эти отели, бич-клабы, прикольно. Почти как на Бали, много трафика. Ну, как я уже сказал, инфраструктура не развита, поэтому, там, не знаю, километр проехать полчаса занимает по пробкам. Шикарные рестораны, кафешки. Много экспатов из разных стран, которые тут осели и живут, занимаются, работают. В целом очень рекомендую Тулум и Юкатан в целом. Вообще, если вы хотите посмотреть Мексику, только на Юкатан нужно выделить минимум месяц, чтобы посмотреть. А уж сколько регионов у Мексики, можете себе представить. Ачика, мексиканита, ачика, хуйка чикита, ачика. Chiqui-chi-chiqui-chi-chiqui-cha Achica, mexicanita, olé Dice Don José, olé Linda chiquita, chiqui-chi-chiqui-chi-chiqui-cha Chiqui-chi-chiqui-cha, que jaleo Chiqui-chi... В целом Мексику очень советую. Колоритная, самобытная, интересная страна. Избегайте только мест, где рулят наркокартели, типа Синалоа, Хуарес. Вот. А так во всем остальном все должно быть окей. Уважайте местных. Это, кстати, универсальный совет для посещения любой страны. Если хотите избежать проблем, уважайте местных. Люди могут быть голодные, бедные, но они не потерпят неуважения к себе. Это ключ к безопасности. На этом наши мексиканские каникулы подошли к концу, и мы полетели домой. Следующий ролик о Фарерских островах.